Здравствуйте всем! Мы находимся в Сочи, точнее это Салоники поселок, и мы идем к водопаду Чудо-Красотка. Вот наша группа, мы заходим сюда, нас встречает медведь, и мы движемся к водопаду. Соня, Лиза. Ой, как сладко. Да что такого холодного? Замуж поближе. Я тебе говорил, а ты тут у меня... Здравствуйте. А к водопаду нам туда пройти? Водопад. Сюда. И мы попробуем искупаться в этом водопаде. Это что, водопад идет? Нет. Мы идем только к нему. Вон туда наверх подниматься. Ага. Ну, пойдем. Итак, наше турне продолжается. Мы уже были в Таганроге, были в Анапе, и вчера провели мероприятие в Лазаревском, и сейчас мы, у нас экскурсия, так сказать, культурная программа, и мы посещаем достопримечательности так называемого заповедника, сочинского заповедника. И первая наша остановка – это водопад Чудо-Красотка. Вот мы куда двигаемся. Я вам покажу. А может быть, мы попробуем даже искупаться в нем. Что? Да. А что? А кто могет искупаться в водопаде? Да, мы сейчас скажем, что у нас какой месяц? Какой? Март. Месяц март. 13 марта, да? Да. Да. 2021 год. Ура! Движемся дальше. Вот сейчас мы прочитаем об этом водопаде. Что это такое? Вот. Чудо-Красотка входит в Сочинский национальный парк. Вот у нас маршрут. Всего лишь 550 метров. Посещение написано платное, 100 рублей. Но я думаю, что сейчас не сезон, поэтому мы, наверное, бесплатно. Вот, да, касса закрыта. Хотя мы можем... Так, так, проходим сюда и платим по 1000 рублей все. По 1000 рублей. По 1000 рублей все скинулись. Вот тут нашли какого-то дядю, который что-то фиксирует на свой смартфон. Что-то записывает. Разведчик какой-то. Посмотрим, что это за разведчик. Так, все записать надо, запротоколировать. Ой, тут эти же цветочки. Это что такое у нас? Подснежники? Идем там дальше, где туда будет. Подснежники? Наверное. Лютики. Там дальше они будут в изобилии. Вот, 550 метров. Мы сегодня сэкономили 400 рублей.
Потому что сезон еще не открыт. И билеты не продают. И кассир еще спит. Да, в берлоге, блядь. В берлоге. А, понимаю. Понимаю. Вот. А чтобы, и вы сами понимаете, если медведя разбудить, то стоимость... Они начнут сдирать плату, взимать плату. Причем в три дорога. В три дорога. Вот цветочки снимай. Сейчас мы цветочки снимем. Вот у нас цветочки, летчики. Ой, чуть не закрыл камеру. Вот. Погода сегодня, кстати, достаточно приятная. Хотя мы с утра было прохладно, сейчас вроде так хорошо. Так, девушки наши фотосессии делают. Вот они. Лиза с Соней. Общий протокол сдал, принял. Ну ладно, дойду туда надо. Дойду. Никуда не денусь. Весь маршрут мы снимем. 550 метров не так далеко. Вот в Болгарии мы ходили в пещеру Снежана. Там тоже такого плана подъем. Идешь. Но немножко большее расстояние. Где-то километра 3-4, наверное, идешь. Такие вот у нас тут виды и достопримечательности. Ну что, Андрей, расскажи какой-нибудь соответствие с обстановкой стихотворения. А? Есть что-нибудь такое? Есть только воспоминания. Мне этот лес очень напоминает, ну, не очень, а отдаленно напоминает лес в Коста-Рике. Там бывают места, похожие, леса похожие на эти. Коста-Рика, это же другая часть. Это другой континент. Другой континент. Это южная страна в Латинской, в Южной Америке. А смотри, говорят, что вот Сочи регион, он имеет много вот таких этих, как-то природных, как они называются, есть субтропики, тропики. Климатические зоны. Климатические зоны, да. Это вот. Субтропики. Да, а там в Коста... Где ты говоришь, Коста-Рика? Коста-Рика. А Коста-Рика там что? А там, по-моему, тоже субтропики. Вот, значит, поэтому где-то и есть, наверное, поэтому и какая-то вот... Да, схожесть некая наблюдается. Да. То есть, несмотря на то, что другой континент, но если... Но климатические пояса есть. Да. Во всех повышениях. И поэтому можно так вот сказаться, закрыть глаза и подумать, что ты... Это красная ягодка. Красная ягода. И не одна. Где? Да, не одна. Не одна красная ягода. Вот не знаем, почему назвали чудо-красотка. Наверное, какая-то красота там есть. Что-то в этом, наверное, есть. Вот у нас такой подъем. Да, путешествовать — это хорошо. Бродить по просторам земли. И хочу заметить, что я не хочу акцентировать внимание на конкретную страну или конкретное место. Просто говорю, что хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою и еще одну для друга взять с собою про запас. Потому что и так далее. Всем многим знакомая песенка. Так, сейчас мы узнаем, где девушки. Девушки!
Они идут. Вот, а мы можем здесь присесть и подождать. Посмотреть отсюда. Может быть, здесь видно кого-то. Да, воздух прям звенит. Чистота, красота, лепота. Сейчас мы сделаем небольшую паузу в нашей видеосъемке. Будем дальше двигаться. Это, так сказать, одна часть нашего подъема к водопаду. Называется водопад Чудо-красотка. Вот. И хочу вам сказать, берегите природу, мать вашу. Вторая часть следует за первой. До встречи.